Вечер, друзья, 16. Хватает сил после такого дня продуктивного, да? Мы еще пришли к Мартину. Привет. Привет, Мартин. Сейчас кушать надо. Там Инна уже ждет. Что там на сцене тихо? Мартин, ты не голодный, да? Фух. Ух, вчера много людей было, но вчера выступал человек-звезда. Ну, артист, который звезда. Я думаю, что довольно популярная звезда. Людей было очень много. И выходной день. Сегодня тоже выходной день. Кто будет выступать, не знаю. Сейчас от кукольный спектакль, наверное, только начнется. Людей тоже очень много сегодня. Даже не верится, что все, что с нами было сегодня, оно было сегодня. Так много событий, сколько мы сегодня... Сколько мы проездили, сколько мы... Очень много людей. Не вижу. Я думал, я опоздал. Меломанка, она всегда здесь. Театр будет кукольный для детей, время... А, ну, в принципе, я думаю, к 9 Инна и шла, наверное, сейчас Инна подойдет. Скачал домой, еще успел несколько видосов выставить, парочка актуальных именно сегодня на сегодня. Думаю, вам интересно было посмотреть, выставил прогулки вечерние за 2 дня также. Давно? Так что подошел? Я в 20 минут только служ зашел, когда уже выходить надо было. Я видео уже несколько выставил. Что будем, идем пока или сидим? Пойдем пока, да? Потом придем. Да? Sana işimi güvendim, aşımı güvendim, kızımı güvendim. Ben kızımı bakkala bile göndermiyorum göze mezara gelir diye. Nereye gönderiyorsun? Markete. Benim kızım daha 38,5 yaşında, ağzı süt kokuyor oğlum. Maşallah, çok küçük. Beni deli etme. Tamam, вот пара, обычно он туда наливает. Может, там уже что-то или будет добавлять, и воду наливает почка. Как я и не посмотрел, что это значит, друзья, вчера видео выставил. Кто знает, напишите, вот когда на бумагу отпечатывается то, что он делает на воде. Как это называется? Потому что я даже не знаю, как это искать, я не знаю, как сформулировать запрос в Google. Боже, сколько детей тут, сколько вообще. Детей тут больше, чем взрослых, раза в 4 всегда. Потому что семьи большие, многодетные. Инна, как состояние? Я не верю, что это еще сегодняшний день. Какой он насыщенный. Да, я спать не хочу, кстати. Я наоборот, у меня желание гулять сегодня максимально. Автопилот. Не пошла бы, да, если бы я не настаивал сегодня? Нет, на концерт. Пошла бы? Да. Она уже входила? Немножко, да, я. Что, Радику не могу дозвониться? Что, пандочка здесь? Не, же никак они не перестроятся на этот самый, чтобы ночью работать. Странно, они получили, не, ну рано утром тут точно делать нечего. Чего не так рано тогда уезжают? То есть он мог бы работать до 11 вечера, да, уезжать спать домой. То есть непонятно какой-то график у них, я не могу понять, как они сейчас работают. Ну, на улице там свое, чего. Набухатель на улице. Музыка. Красиво вот это вот огнете, да, они меняются. Там прям вообще. Ну что, типа мультимедиа экрана, да? Потому что там то просто цвета. Сейчас видишь, оно какое. То есть это ж не просто, что какие-то эти, оно как экран получается, мультимедийный какой-то. Разноцветный, вообще прикольно. Угу. Здорово сделали. Людей много, но вот я что-то чувствую, что процентов 80 это все турки, да? А сегодня вот в отель прям Сунчу нас воскресенье. Воскресенье. Два автобуса. Приехали.
союз с русскими, да, вот это, от Пегаса. Ну, не целый, а там вот семья. И один автобус отъехал и через полчаса еще приехал. Нет, это, наверное, туристы стоят, но тоже не все турки, по-моему. Фух, я опять одет по-зимнему, а люди в шортах ходят. Не, ну я сегодня солнце. Мне, в принципе, можно было бы сейчас идти, да, но только неизвестно, что дальше будет. Сейчас тепло довольно. Шла без кофты, а вот там, когда была, одета. Сейчас градусов 20 какую-то, да, или это то, что я так тепло одет, мне кажется. Ну, очень тепло сейчас. Но я одет, да. Рок. Да. Людей очень много сегодня шло по набережной. Вчера набережная была пустая почти. Сегодня мы шли людей. Ну, по-моему, в основном турецкие все равно. Да. Может, они туристы, они откуда-то, но они турецкие. Иностранцев очень мало все равно. Тут, ну, тут вот есть сейчас несколько человек. Купаться идем, Аня? Подожди, ты сегодня не как купалась? Купалась в бассейне. Вчера в море именно купалась. Просто до моря надо было идти. Стиль, как оно сверху красиво все смотрелось. Водичка прозрачная, подсвеченная, вам ничего не видно. Я посмотрю за вас. Так, традиционно вид отсюда показываем. Мы идем маячка кормить. Мы не на маяк, мы к маячку. У нас всегда мяу говорит, да, здорово. Когда выходит, она сразу мяу. Мы там были, Инна, представляешь, мы там лазили сегодня. Даже не верится, да, вот реально. А, вон она, площадка. Вот. Вот подсветка, как бабочка. Вот то выше, да? Да. Вот ты думаешь, это оно, да? Алания. А, стоп. Оно было левее от Букова. Это, наверное, два дома. Да, то вот я вилла, да. А вот то маленький огонек, да, вот то, наверное, зип-площадка. Прямо между двух фонариков. Раз только мелкая. Я тебя заметил, фиг знает откуда еще. Сидит наша красавица на лавочке, да, узкоглазенькая наша. Привет. Ну, давай, мяу, привет. Ну, ты же должна сказать мяу. Маячок. Какой же лодочке ты спишь, а? Баночка есть у тебя, да, маячок? Баночка есть, воды в ней мало, сейчас кушать дадим. Так, заскочила туда Маша, это обалдели, да, так через этот бах-бах-бах. В стене. Ты всегда, видишь, она всегда не сильно голодная. То есть ее кормят рыбой, наверное, целый день. Ну, маячок. Водички тебе подливать только надо, да? Красавица, ты прям вообще красавица. Мы с сыном сидим в красивом месте, и на что мы пьем? Ну, по традиции, щербет. Щербет. Это тот же, да? Да, с Бима. Ага. Самое вкусное. Кто приезжает, друзья, бегом в Бим, потому что потом, когда закончатся праздники, быстренько он из магазина может исчезнуть за пару неделек. Пока есть. Да, необычный напиток. У нас такого нет в других странах. Все равно напоминает бабушкин компот из сухофруктов, только с добавлением чего-то. Корицы. Угу. И имбиря, наверное. Иногда имбирь, кстати, слышно, иногда я вообще не слышно. А какую-то вот мы пили, что у меня прям послевкусие было имбирное такое, Таш. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Бегом, худенькая. Иди сюда. Кс-кс-кс. Привет. Сейчас будет ужин тебе. Привет. Сегодня тоже человек, скорее всего, известный. Очень классный голос, музыка прикольная. Никого нет, да, они все работают. А время часов 11? Да, уже 12. Уже 15 минут 12-го. Слушай, кто-то вот видел, наверное, интересный магазин, вот, по-моему, там всякие модели были, кораблики. И не нужны кораблики, а мы не можем найти корабликов. Прожить было, да, ладно? Да. Модели. Очень хорошие модели есть. Там тарелки у него там. Корабли моей гавани, не купим, так поплаваем. Правда, красота. Инна, а дым Инна. Мотоцикл есть. Ильгар Азербайджанна. Ага, спасибо. Раба. Приятно. Азербайджан, да? Да, брат. Ага. Это все, что есть, да? У нас сколько хотите есть. В коробках есть в складе. А, нет, я, знаете, что вот мне нужны? Вот, пожалуйста. Ага. Вот самый большой. Да, вот это самый большой, вот, да? Вот нам вот надо большой, да? А можете озвучить сцены? Это вот моему другу. Родная моя, это ручная работа. Да, все. Я все, вы говорите, вы знаете, днями работать над ними.
вот это, например, 850 лир. А в сезон уже, когда сезон начнется, сейчас в Турции цены поднялись. Да, да. Я к уважению к вам, это по старым ценам 850 лир. Понятно. А в сезоне это будет 1200-1300. Понятно. А вот это, смотря от этого, да, вот я могу это за 650, да, даже за 600, там, пожалуйста. На ваш выбор, пожалуйста, посмотрите, я вам хорошую цену сделаю. Даже это тоже к вам нормально. Понятно, да? Это вот дерево? Да, дерево, да, да, родная. Вот вижу, все, да, что видите, у нас ручные работы, у нас в фабрике ничего нет. Я знаю. Пожалуйста. Вот черный цвет. Это музей, правда? Да, вот, реально. Вот пиратский. Пиратский, да, есть. Да, пожалуйста. Вот рука. Зацепился. Ай, не все, не надо, аккуратнее. Ничего не беспокойтесь, ничего не будет, ничего не будет. А ты это будешь покупать, если он? Нет, нет, он сам будет покупать. А, он сам будет покупать? Да, 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 да. Он просто должен думать, сколько денег брать, чего. Ну, приехать должен. Да? Ну, должен, да. И коробка их есть, все как надо, ага. Пожалуйста. Упаковка. Вот рыбачья, да, есть, пожалуйста, рыбачья есть. Да, ну, да, твой, да, барбачок. Так, а, ой, а такой вот можно узнать цену? Родная, вот сейчас, если возьмете, я вам приличную цену сделаю. Я не возьму, и не возьму, это не для меня, вот, ну, это вот для... Если сейчас возьмете, ну, нормальную цену, а если потом... Ну, он, может, посмотрит, пришлет, ну, мне денег, посмотрит, я, может, и возьму. Ну, когда посмотрит, пожалуйста, без проблем. Да, ну, пусть придет, я вам хорошую цену сделаю. Хорошо, вот такие есть. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Нет, мы их так искали, эти корабли. Мы искали, да, у вас сразу столько много. Пожалуйста, не было. Любовь, я вам визитку дам. А, давайте, да, чтобы мы вас, да, не, да, потеряли. Да, да, да. Пожалуйста, 6 минут. Шикарно вообще, такой выбор всего интересного, ручного именно. Интересный магазин. Я чувствовал, что сюда надо идти. Мечта была в Киев поехать, да? Так и не получилось. А я в Баку все хочу, в Баку. Дай Бог, вообще, дай Бог, тоже не попал пока. В Одессе был? Аккумулятор все АЛ. Посмотреть, чей номер, мне интересно. Какой классный длинный день сегодня. Плавно перетекающий в ночь. Иду с района аквапарка. Вот иду, сейчас думаю, они пройти ли мне по второй линии. Получается, если я где-то здесь сейчас туда стартану, я выйду в районе Башкента где-то, клиники Башкент. Людей немало. Второй линии, и думаю, намного ли дольше будет, просто интереснее. Тут уже все знаешь, как бы, по второй линии, да, таки надо было выйти, но я сейчас где-нибудь здесь. Где-нибудь здесь, наверное, сейчас стартану все-таки, да, пойду по второй линии, что-нибудь интересное, разнообразить свой путь. Снимать сейчас не буду, я уже устал сегодня снимать фрагменты, просто это видосик. Концерт я, получается, снимал, если он у меня будет там отдельным файлом, я выставлю отдельно. Половину песен как минимум придется удалить, потом YouTube будет ругаться на авторские права. Ну, классный был исполнитель сегодня. Вот. Такая ценная была прогулочка, все, Инна уже пошла в отель. Рома, как всегда, наматывает километры, продолжает наматывать. Даже не верится, что мы сегодня были и на шашлыках с Радиком на Эл-Фалане. И так много всего за этот день. Мэр сегодня тоже присутствовал на концерте. Смотрите, вот ночью можно цветочки купить. В Макдональдс сходить. Ну, кстати, его помню, а вот это вот внизу также было возле него. Я их не помню. Или я вниз никогда не смотрел. Да, чувак, ты с ними тоже стоял сюда? Нет? Сейчас увидим. Есть люди? Одеты кто-то в шортах и футболках, кто-то в дубленках. Сегодня опять же людей, но сегодня теплее, чем вчера, вечер и ночь. И сидел на концертах, был момент, ну где-то уже после 10 вечера, когда я реально чувствую, что мне жарко именно в джинсах и в кроссовках, мне хотелось снять. То есть уже реально теплее. Надо было мне на Башкент выходить реально, потому что сейчас я уже... Если выйти на Вайкики, на вторую линию, там уже все хожено. Ну, не так интересно. Надо было идти от Башкент по второй линии. Что-то я сразу не подумал. Но сейчас где-нибудь здесь. Где-нибудь здесь сейчас выйду, пока не дошел еще до Вайкики. Еще идти. Ну, до Вайкики минут 7 еще где-то примерно.
постараюсь здесь сейчас выйти на вторую линию и пойду по ней. Через 12 ночи такой движ, что стоял сколько, пока все проехали. Блин, это не так просто перейти тут теперь. Сейчас. Рамира Хотел тут, по-моему, где он делся. Только что видел, уже не вижу. Привет, песик. Рамира Сити Хотел, привет в нем. Был. Работает, наверное, я окон света в окнах не вижу, вчера не видел. Ну, может, потому что поздно, может, потому что в нем еще очень мало людей живет. Хамам он работает. Джимми Кей. Дель Диаморе. Правильно, ж Диамора, ну да. Диамора или Диамора. Так, там Вайкики, но уже рядышком совсем, а мы здесь сворачиваем. И выходим на вторую линию. Тут снимать сейчас нельзя, тут какой-то объект будет, потом там включусь. Именно спица здесь есть, напротив того объекта, который снимать нельзя. 197. 400, у них большая цена от большой пиццы, уже доходит до 400 лир, это, конечно. Не вспоминаю, как я их ел по 60, по 80. Мне хочется верить, что 400 может быть такая цена. Классно, мне нравится вот здесь вот, где Башкент, вот здесь вот, видите, какие тут крутые велодорожки такие. Жалею, что не вышел сразу там, где аквапарк на втором линии. Не люблю ходить. Даже в одни и те же места я не люблю ходить по одним и тем же улицам. То есть я люблю импровизацию. Я поверну там, вот сейчас вот не захочу идти прямо, поверну направо, а там налево. То есть я люблю усложнять. Не то, что усложнять свой путь. На самом деле ничего не усложняется, скорее наоборот. То есть знаю, куда мне надо, я могу сейчас вот через даже вот этот дом не обходить слева, а вот так вот бах-бах-бах и выйти там потом где-нибудь, допустим. Люблю ходить по... А, я на Башкента вышел. Там просто я еще раньше. Вот Башкент, клиника. Там я просто еще раньше, получается, вышел бы. На улицу 25-ю, это уже она. Вышли на улицу 25-ю. В принципе, можно было поснимать без паузы монтажа, но поскольку темно, особо ничего вам интересного не покажу. Будут темные места. Там налоговая инспекция находится. Не, ну она не темная, но ничего интересного просто сейчас как бы особо не будет. И учитывая то, сколько я уже наснимал, опять же, фрагментиками буду где-то включаться, что-то интересное показывать. Подряд снимать не буду. Я думаю, что до Хаджет отсюда я буду идти минуток, ну еще минуток 20, если не больше даже, наверное, все-таки отсюда. Кстати, надо засечь. Мне же самому интересно, чтобы знать, сколько идти от Башкент или от Хаджет до Башкента, или наоборот, 11.56. О, почти полночь будем с вами включать. Блин, даже не знаю, или поснимать уже без... Люди сидят вон полночь в кафешке. Давайте несколько минуток пока пройдем, если будет что-то интересное показывать, то есть рабочие какие-то хоть заведения не закрыты. Может быть, ну тогда уже надо будет идти реально до площади Хаджи, чтобы как бы показать маршрут весь по улице. 25 метров, довольно большой путь мы пройдем. Тучковка работает. Не, все-таки, друзья, там дальше будет много всего. Ну, не то что. Ну да, полутемного, темного, с закрытыми магазинами не буду снимать. Итак, 11.56 мы стартанули от Башкента, и сейчас потом главное зафиксировать. Я думаю, 20-25 минут, не больше, идти до площади Хаджет. Поздравляю всех с наступлением нового дня, который вот-вот начнется.
цены на данный раз 40, лир 60, 75, 95, 35, 42, котлетные бутерброды, 3 котлеты 35 лир, 4 котлеты 42, 5 котлет 50, 6 котлет 58. То, о чем я всегда рассказываю, люблю по ночам ходить в овощные магазины, а их довольно много, особенно по центру. Дальше темный участок. Водофон спит в красных тонах своих фирменных. Дальше пока все спящее. Да, 20 минут не больше, я все-таки думаю. На самом деле путь от дальней, нет, вернее, не от дальней, от ближней Клеопатры, вот аквапарк, не такой уж и длинный, до монумента Ататюрка, до центра, до муниципалитета. Никого, кто любит гулять ночью без людей, друзья, по второй линии, по улице 25, можете идти, один человек встречается минут в 15, наверное, ну, в 10. Нет никого, хотя всего лишь полночь. Поздравляю вас с началом нового дня. Смотрю влево туда, на третью линию меня тянет. Ух ты. Будильник. Сегодня интересный номер видел. А, ну да. Я его, может, не буду вставлять. Может, ставлю. Не буду вставлять. Давайте. Не буду пока гуглить. Так вы же загуглите и не признаетесь. Короче, номер АЛ. 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 Л. А, Э и Л. Две буквы. И птичка, похожая на польский герб. Перед, над этой АЛ. Ну, как бы не Европа получается. Кроме Албании, мы с сыном думали, ничего. О, господи, боже мой, он наехал на бутылку. Вот так вот какой-то нехороший человек пробил, наверное. Бутылка конкретная была, такое плотное стекло. Так, а кто у нас сегодня выступал? Сегодня у нас 16-е. Нет, тут все сбилось, получается. Вот этот выступал вчера, если я не ошибаюсь. Вот это я уже знаю, я уже узнаю всех, ё-моё. А вот кто сегодня выступал? Так. Почти всех я их уже знаю и слышал. А кто ж сегодня? Вот это ж нет. 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 Да, ого, точно, Арслан, да, это вчера он был. А сегодня написано... А, возможно, кстати, да. Да. Возможно, это он и есть. Мурат, билет. Билет. И женщину даже видел. Женщина что-то читала, ну, не знаю, какая-то у нее была лекция. В принципе, получается, они почти все. Буквально осталось 2 или 3 дня концертов всего-навсего. Тут что, детский фестиваль? 5-й Аланийский детский фестиваль. International Children Festival. Международный. И... 22-23 это как раз когда День защиты детей, с 10 до 19 часов время. И будет оно Баллон Парк с 10 до 19, и потом будет что-то еще. Но я думаю, что в центре все будет. Роботы будут, смотрите, как интересно. О, видите, не зря пошел сюда пешочком. Будут забеги в мешках, он прыжки с 10 до 19 все будет проходить. Будут краски. О. Такую информацию так бы не увидел, если бы здесь не проходил. Так, сколько мне еще идти? По-моему, еще минуток 7 осталось у нас, наверное, до оленя. С уважаемым человеком, и там я с вами уже попрощаюсь, потому что у меня же аккумулятор вот-вот стянет. Обожаю ночные прогулки, хоть еще не совсем лето. Сейчас идем начало первого лета, мы здесь будем ходить и в 3 часа ночи, легко. На Клеопатре будем с вами ночами. Сейчас опять я дошел с Инной до музея, посмотрел, опять одноглазого не было, он там все-таки куда-то ночевать уходит на ночь, видимо.
ну, не пошел ходить по Клеопатре, потому что, ну, много сегодня, день насыщенный такой, надо и видосами эти заниматься. Можно было, конечно, пробежаться лишние 15 минут, там, походить по Клеопатре, по туда, где фонтанчик, допустим. Показываю вам стильные витрины, интересные. Интересный магазин, кстати, на такой, с антикварным намеком таким. Ханджи и сладости. Скоро Борса Кебаб будет уже, вот следующая улица, по-моему. Вообще людей нет, не то что туристов, вообще никого нету здесь. Ну, он парни, он один-два. Шок. Бурса Кебаб слева. Вкусная, кстати, еда у них там. Сходите, друзья. Вкусные пидешечки там. Я ел пиде там, эти... Эти не ел донеры, но я думаю, что они там очень вкусные. Потому что популярное заведение именно у турецких людей. Все, нам осталось до оленя. 5 минут буквально. И там зафиксирую время, сколько мы шли от Башкента до памятника оленю, уважаемому человеку. Игрушечный магазин. Пандочки, мишки. Мишки, мишки. Блин, и никого. Да, автобуса не было ни одного. Автобуса тут около 12, после 12 точно не ходят. Но вот по, в принципе, ну я помню, раньше было сложно уехать и в 10 часов по второй линии. Сейчас они, наверное, до 11 как минимум ходят все-таки, я думаю. Чем ближе к Хадже, тем больше людей стало появляться. Там я шел вообще никого. Так это свадебное, да, платье? Или просто нарядное, не обязательно свадебное. Турецкие чисто. Нет, наверное, такие свадебные. Может, просто нарядное. Ну, а может и нарядное, и свадебное. Свадебное, нарядное. По-моему, вот эта оптика вот с той стороны много раз смотрел. Тут сидит на входе два кота. Один сидит с одной стороны, второй с другой стороны. Они как security или как, знаете, приветствие такое. Один именно, и часто, несколько раз, но как-нибудь днем буду идти, подойду, засниму их. Сейчас все спят. Сейчас были бы у меня, конечно, силы сейчас пройти еще. Да, я бы сейчас и в Тосморе с радостью показался, если бы у меня ноги были, как у робота. Без ресурса. Неограниченные эти, с радостью. А, все, мы уже вышли, да, получается? Сейчас, через минутку будем уже на Хаджет. В принципе, даже быстрее, чем я думал. Сейчас время покажу, надеюсь, аккумулятор не сядет. В принципе, уже можно смотреть на время, потому что через 2 минуты мы будем возле оленя уже. Хлебушек был на улице. 12 часов 12 минут. То бишь мы шли от Башкента. Честно, мне казалось, эта дорога длинная. Ну реально на автобусе иногда дольше едешь. Я считал, что Башкент далеко находится от площади. Это этот Хаджет. А получается в итоге, что мы шли... Ну, скажем, 15 минут, 15-16 минут. Так это я еще там на витрины останавливался, смотрел, да? 15-16 минут, реально. Класс. Буду знать. Я что-то считал, что по первой линии как бы путь этот короче, а по второй линии, я думал, если пойду, то будет гораздо дольше. Ну, нифига подобного. Давайте доведу вас до оленя. Тем, кто не верит, что мы здесь. Класс. Хорошая ночная прогулочка, друзья. Всем мира, добра, позитива. Спасибо, что гуляли со мной. Много интересных видео сейчас выходит. Надеюсь, вы успеваете их смотреть. Успеваете гулять со мной по любимой Алании. Спасибо за лайки.
тем, кто имеет возможность поддержать, друзья. Все ссылочки на донаты в описании. Также присоединяйтесь к моим спонсорам, патронам на сайте Patreon. Я только завел там аккаунт, еще ни одного спонсора у меня там нету. Надеюсь, будут. Спасибо всем большое. Мира, добра, позитива. Лето, тепла. И якшам лар, спокойной ночи, оленю, уважаемому человеку. Тут много людей, молодежи. Тут вон еще кафешечка работает. Давайте перейдем на ту сторону. С совой поздороваемся. Сильно сядет аккумулятор. Машин мало тоже, видите, полночь. 15 минут первого. Людей мало и машин мало, в принципе. Иду монтировать то, что мы сегодня с моими замечательными друзьями. Как мы провели Пасху. Может быть даже сегодня это уже и показать вам смогу. Посмотрим. Сейчас котейку надо покормить. Котюнчик. Котюнчик. Мяу-мяу. Сейчас тебе дам кушать. Мяу-мяу. Сейчас хотим. Да. Еда тебе. Кушать. Видишь, как повезло. Ночной суп тебе. Да? Малыша накормили. Доволен я, много насыпал. Спать будет не с пустым желудком. Фонтанчики уже не работают, друзья, все. С совой здороваемся. И я с вами прощаюсь. Вот она. Ну и дерево, которому 800 лет. Больше, уже больше. 800 с чем-то. Там еще второе есть, не забывайте, ему тоже 800 чем-то, вон он. Давайте до него дойду тоже. А то это все знают, а вот второе, которое такое же. Не, до апельсинки дойдем, возле которой я все равно сейчас буду стоять, дышать. Сейчас шли, кстати, по этой дорожке с... Ну, как идти с порта на Клеопатру через сувенирную улицу и туда потом дальше. Вот там вот аллейка пока апельсиновая. Запах пока есть. Вот оно, второе дерево. Древнее. То есть еще вот кто приезжает. Вот. В ближайшие дни апельсинок запах вы поймаете. Особенно если первый раз. Ищите эти аллейки, где с апельсинами. Вы должны понять, что такое запах апельсин, друзья. Вот она. Сейчас я возле нее постою несколько минуток. Поменьше уже стало, да, запаха. Но есть еще.